Фитнес. Форце. Палермо кон Алана Камилла. И маленькая такая разминочка. Я только успеваю душ принять. Бесконечное оповещение. Так, что я хочу сказать. Сегодня 8 лунные сутки. И сегодня будут по лунному календарю приходить первые результаты тех моментов, тех желаний, к которым вы стремитесь. Поэтому читайте посту, что я дальше напишу. Так, тут у меня волосы еще не высохли. Ну ладно. Так, я в этом фитнесе хочу показать несколько гимнастик, которые рекомендую делать. Первая гормональная гимнастика. И сейчас я вам покажу. Просто сегодня пройдемся по гимнастикам. Первая гимнастика. Это гормональная гимнастика. Опс. Гормональная гимнастика. Значит, разогрели ручки. Буду делать по 3 раза, вообще надо делать по 30. Ручки разогрели, разогрели, разогрели. И раз, два, три, 30 раз. Опять ручки разогрели. Раз, два, три, 30 раз. Следующее упражнение. Два пальчика. Да, и раз, два, три. И таких нужно сделать 30 раз. Следующая ручка берется, вот эта вот мягенькая ладошечка. И раз, два, три. Вправо, влево, один раз. И так делаете 30 раз. Следующая, ложите ручки. И вверх. Это все делаете лежа в постели. Два, три. 30 раз. Раз, два, вправо, влево, три. И таких делаете 30 раз. Затем, ну, я как женщина, левая рука, мужчина, правая. И раз, вот точечка. Раз, два, три. 30 раз. Потом гладите по животику. Раз, два, три. И приятно гладите, чтобы это было сильно и приятно. 30 раз. Потом ложитесь как... Видите? Погладили по животику, давайте еще раз погладим с вами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, так 30 раз. Дальше поднимайте ручки, ножки и круговые движения. Раз, два, три, 30 раз, 15 раз в одну сторону, 15 раз в другую. Вот такой вот паучок, 30 раз. Хорошо, потом... Погладили пяточки. Раз. Пяточки погладили. Хорошо. Гладим, гладим. Тоже 30 раз движение пяточки. Поменяли. Опять же пяточки гладим. Хорошо. И скажу 2 минутки о пяточках. Смотрите. Вот эта вот пяточка. Это ваша кожа на лице. И вообще, все, что связано с вот этими вот красивыми пяточками, они должны быть гладенькие, как попка у младенца. Очень хорошо такое вот упражнение. Оп. Видите, замочек. И пожали. С одной стороны. Хорошо. И с другой стороны. Оп. Хорошо. Видите? Да? И вот пожали. Каждый пальчик. Хорошо, хорошо. И просто погрели ножку. Отлично. Вот 3 движения, которые делаете каждый день. И ножки вам скажут большое спасибо. Вот, запомнили, да? Сразу погладили пальчики сверху. Сверху. Сверху.
снизу, сделали замочек снизу, замочек сверху, и просто разогрели ручки и разогрели ножки. Да, ну можете еще помассажировать. Ну, раз я сделала на одной ноге, то я сделаю и на другой, и вы делаете вместе со мной. Делайте, делайте. Так, делайте, делайте, делайте. Разогрели, видите, разогрели. Да, ручки разогрели и ножки. Вот эти пяточки, это пяточки, это основа из основ, ну, после кишечника, наверное. Потому что какая кожа на пяточках, какая вот мягенькая, мягенькая, хорошенькая, такая кожа на лице. И это ваше здоровье. Не зря в Таиланде, в Азии, первый массаж делается массаж стоп. Так что рекомендую вам самим начать это делать каждый день. А после гимнастики расскажу, что я еще делаю каждый день. Смотрите, пожали пальчики. Хорошо. Второй. Пожали. На это уходит одна минутка, если честно. Да? Сверху пожали. Так, так. И вот, вот такие вот сделали. Опс. Замочек. Опс. Замочек и сверху замочек. Все, всего лишь три упражнения. Остальное можете добавить то, что вам хочется. Так, это все гормональная гимнастика. Я это все делаю каждый день. Так, разжали, потом легли. И вот такие движения. Опс. Вот такие движения. Раз, два, три. 30 раз сделали. Хорошо. Потом погладили коленки. Коленки. 15 раз в одну сторону, 15 раз в другую. Хорошо. Нажатия должны быть сильные, но так, чтобы вам еще и нравилось. И заключительное упражнение. Это вот поляшечком погладили вовнутрь. Вовнутрь, вовнутрь и 30 раз. Все, гимнастика сделана. Так. Инта чао. Нун зла. Нун зла. Чао. Более того, что есть такой камень, пенза. Ну, вот, допустим, я же моюсь каждый день. Я же душ принимаю 2 раза в день, а то и 3 раза в день, потому что очень жарко. И любое принятие душа у меня заканчивается тем, что я беру ножки, беру камушек пензочкой и просто прохожусь 1 минутка, но я это делаю в образе жизни. И на ногах я обрабатываю только ноготочки, а ножки я не обрабатываю, обрабатываю только пензой, камнем для ножек. Очень хорошие, никакие не кремами. А, да, и пользуюсь я маслами, вот пяточки. Ой, ну давайте я уже покажу, чтобы это было... Как это мне эту пяточку показать? Так, раз, покажу, оп. Вот, пяточки, видите? Они очень важны вот эти вот стопы, за ними следить. Мои рекомендации, обязательно следите за стопами. Они должны быть мягенькие, как, вот есть маслица у меня всегда рядом, как у младенца, как попка у младенца. После душа, прошлись, ничего такого сложного нету, но делайте это в образе жизни. Это все про гормональную гимнастику, мне чуть мало времени. И мне аж жарко стало. Хочу немножко. Так. Так, я что-то заспешила. А спешка вообще никуда не годится. Спешка никуда не годится, никогда не спешите. Поэтому я делаю музыку потише. И спешить сейчас больше никогда не буду. Все, танцы меня подождут, потому что у нас выступление 16 июня, и я выступаю групповые танцы. Ну, это такие танцы интересные. Так, все понятно, да? С пяточками разобрались. Пяточки, пяточки, пяточки. Гормональная гимнастика, я это делаю в образе жизни с 2008 года, по-моему, с 2008 года. Ну, очень давно. Аква с лимоном. Это я тоже делаю в образе жизни каждый день. Это молодость и красота. Так же, как и фитнес. Сейчас мы сделаем 5 жемчужин.
Начнем с 5 упражнений, начинается с 3 и делайте 5 упражнений по 3 повторения. Но сегодня мы сделаем 5 упражнений по 5 повторений. Очень просто, очень эффективно и классно. Так, встали, вытянулись, и по часовой стрелочке, но я обычно делаю 5 раз в одну сторону, 5 раз в другую. Так и сделаем, так как я делаю. Выбираем точку и круговое движение. Раз, два, три, четыре, пять. Остановилась, выбираем точку. И опять же 5 раз. Раз, два, в обратном слове. 3, 4, 5. Это первое упражнение. Второе упражнение. Могу же сделать погромче. Так. И вдох. Выдох. Вдох, выдох, с маленькой задержкой, вдох, выдох. Это второе упражнение. Третье упражнение. Сели. Ручки. Ручки. Так, ножки, спинку. И вдох. Немножко закинули головку и выдох. Задержка дыхания. И расслабляющий выдох. И так делайте 5 раз. Вдох. Выдох. Хорошо. Следующее упражнение забылось. Какое первое упражнение? А, на коленке стать. Так. Смотрите, грудная клеточка. Я немножко сяду поближе. Оп. И все движение. Так. И вдох. А выдох. Отлично. И заключительное упражнение. 5. Собака голова вверх, собака голова вниз. Встали в положение. Выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отлично. Так. Эта гимнастика называется 5 жемчужин. Это тоже тибетская, она очень хорошая. Начинайте этих 5 упражнений делать с 3 раз. И каждый раз добавляйте по 2. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. И доводите этих 5 упражнений до 21. Это классно. Ну и приветствие солнца, Сицилия, солнечная страна, Сицилия, солнечная страна. И когда восходит солнце, очень, кстати, не знаю, было или не было вот солнце, которое сильно-сильно высоко, то приветствие солнца. Нурья намаскар, очень хорошее. Если вы сделаете 5 раз
этого упражнения, ну, ваш, как это сказать, скелет заиграет во все стороны. Я сейчас покажу только один раз. Встали. Смотрите, вес держите на носочках. Вес держите не на пяточках, а на носочках, да? Тянули животик. Так я встану вот сюда. Так. Вот, встанули. Да, потянули животик. Вес тела на пяточках. Вдох. Расслабляющий выдох. Вдох, начинаем с правой ноги. Правая нога делает. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Так. На три точки. Задержка дыхания. Это мы сделали только на правую ногу. Сейчас будем делать на левую. Чередуем. Вдох-выдох, вдох-выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Задержка дыхания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Сделали. Это приветствие солнца. Сделайте на правую ножку и на левую ножку. Это один раз. Я на Фейсбуке выставила девушку, которая превосходно показывает, демонстрирует Сурья Намасхар. Ну что, и я, конечно, хочу добавить своих три любимых упражнения для того, чтобы был животик и все тело стройно. И я их сейчас демонстрирую. Первое упражнение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Класс! Это первое. Можем сделать вот это вот. Выдох, выдох, вдох. Выдох, вдох 10 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. 8, 9, отлично, 10. Как всегда, корреры. Это такие вот очень эффективные упражнения. Просто делайте. Я даже 4 показываю. Встали. Нет, выпьем сразу стакан воды. Встали. Опс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
девять, десять. Раз, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. И побежали. О, боже ты мой. Отлично. И поднимаемся. Опс. Так. Хорошо. И самое классное упражнение, это отсюда и отсюда укрепляются мышцы. Можем вот это сделать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Меняем. Раз, два, опс, три, четыре, опс, пять. Хорошо. И следующее. Раз, немножко. Тело немножко вперед. Хоп. Два, три, четыре, пять. Отдохнули. Сейчас делайте 10, а потом еще раз 5. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Шага 9, 10. Отдохнули. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И делайте 5 раз. Еще раз 5 раз. И раз. Два, три, четыре, пять. Вдох, выдох. Ну, молодцы. Так, я успеваю или нет? А, почти успеваю. Хорошо. Дальше, конечно. Про последнее упражнение я скажу, что делайте с увеличением. Это значит, видите, тут звезда растет. Значит, 5-10-5 или 10-15-10 или же 15-20-15. А я раньше делала 20-25-20. Практически каждый день ножки были класс. Ну, начинайте с маленького. 2-5-2. 5. Допустим, 7-5. То есть по 3 подхода. Ха, ну как же без массажа? И вода с лимоном. Я сегодня в ударе покрасила волосы. Завтра сделаю депиляции везде. И буду красавица. Покрасила реснички, бровки. Все это делаю сама для женской красоты. А мне это нравится. Так. Размяли немножко плечики. Хорошо. В обратную сторону. Опс. Раз, два, три, четыре. Хорошо. И, как всегда, массаж. Укрепляется корень языка, и, соответственно, все, шейка подтягивается. Плечики одеваете рубашку и опускаете вниз. Угу. Так. Все, делаем. 10 раз в одну, 10 раз в другую. Да, кстати, укрепление языка, речь становится более четкой, красивой. Язык может говорить как хочет. То есть это очень хорошее упражнение, очень хорошее. Рекомендую от Светланы Сишковой, я у нее научилась. Вдох. Добивайте, чтобы после
приятных дел, у вас был такой вдох и расслабляющий выдох. Опять же, плечики опущены, шейка длинная, 90 градусов. Опять же повторяю, мы с вами сейчас сделаем 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую сторону, заборчик до ушка делаем язычком и возвращаем обратно, так 10 раз, 10 раз, да, потом толкаем 10 раз, толкаем 10 раз, половиночка, половиночка 10 раз, 10 раз улыбочка и круговые движения 10 раз. Если у вас есть свои упражнения, делайте, польза будет. Угу. Опять же, одели рубашку, плечики опустили, угол 90 градусов. Делаем. Другими словами, помяли щечки и ту вот поверхность языком, то, что у вас там находится. А, жарко. Так, ну, на этом все. Что бы я бы еще сделала, порекомендовала бы, да, это вот такой вот сделать массаж головы. Кто молодец, ручку поднял, вторую поднял и так вот красиво опустил. Так, раз. Станцуем. Чао, алла просим, инсими кома, центра, Алона Камила, фитнес, форци, Палермо. Салюты, эхиричета. Здоровья и любви. Добра и счастья. А я пошла, чего не отличается?